Так, доброе утречко! Василий, ты будешь вообще свою вот эту вот грязь здесь убирать, нет? Сделаю себе там комнату грязи, не знаю, туда убери все это дело. Василич! О, по крайней мере, я нашел от чего это ключ. Да, Василич, ключ, тоже разберись, куда ведет, зачем он. Так, а что я... Точно, я же сюда куда-то пришел. И здесь я продолжаю искать. Так, давай все это дело мы вырубаем, конечно же. Нафиг оно надо, чтобы здесь работало. Работает тут что-то непонятно, что и зачем. Так, давай-ка. Ключи ищи. Василич, подожди, ты здесь, что ли? Фига себе, вот это ты даешь. Вот это ты даешь жару, Василич. Взял сюда как-то, запрыгнул, залетели. Тихо, Василич. Давай, тройной тулуп с переворотом. Да ты надоел, я тебя все равно обману. Во, отлично, я перепрыгнул. Подожди, а как он сюда попадает-то? Как-то же он сюда попадает. Ты еще это урубил, что ли? Фига себе, вот это даешь. Так, прыгать сюда, вон там, все по инструкции. Василич бежит, Василич, не надо. Василич, я моюсь здесь вообще-то, моюсь. Приятного аппетита, не знаю кому, просто приятного аппетита, мне кажется, кто-то жрет. Я прям чую, как кто-то жрет, прям жрет сидит. Ух, жрет. Так, ладно, это не открывается у нас. Василич, что ты там опять разбиваешь-то? Правильно, давай, пинай давай. Пылесос вот там, пропылесось, бардак какой у тебя на улице, Василич. Так, пойдем дальше. О, смотри, у меня здесь еще один ключ есть. Ключ как раз от той двери, куда я иду. Вот так вот у нас все здесь. Вот так вот. Так, все, давай, пошли. Так, еще открыть туда дверочку, нет? Так, зеленый еще ключ есть. Или подожди, это какой-то желтый-зеленый. Василич, ты куда ломишься? Фига себе, Василич. Василич вообще не базарит, Василич. Ты что, дурак, что ли? На стул тебе. Так, мне вниз бы еще открыть. Так, стой. А что, он перебежит сюда или как? Василич, да... Джонни, за что пинаешь? Василич, не надо пинать Джонни. Обалдеть, у меня, смотри, сколько. А, у меня два ключа. Я почему-то думал, что у меня больше ключей. Но у меня их не больше. Да ты надоел, да, я пройду куда-нибудь. Так, это у нас не сюда. Так, Василич у нас сюда. Сюда у нас Василич. Такие вот дела. Ла-л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 а. Я думал, полечу. Нет, не полечу уже никуда я. Так, а может быть это вот сюда вправо хотя бы открывает? Нет, это сюда тоже не открывает. Ну что-то же должно где-то брать, сюда открывать. Я не знаю. Надо найти все эти механизмы, которые вот это вот... Все вот это вот дело включают. Включают. Так. Здесь посмотреть, там посмотреть. Дверь не открывается. Так, а может мне зонтик взять? Может зонтом как-то подать? Василич там опять что-то где-то выламывает. Он вообще не заморачивается. Для Василича нет препятствий. Вижу, закрытую дверь выбивает. Так, этот ключ я уже выкинул, насколько я помню. Так, подожди, здесь. Сюда мы пока не можем, да, никак? Понятно, хорошо. Но нет, так нет, чё. Так, а сюда выше что надо? Во! Ништяк. Так, что мы имеем? Пустую комнату. Вон там эти валяются снизу. Пусть валяются. Так, и надо будет 5 этих здесь активировать. Так, ну давай-ка на крышу выйдем. Позагораем здесь, поваляемся. О, наверх. Все выше у нас дорога. Фига тут Василич понастроил. Вот это вот у него здесь стройка века, конечно же. Так. Ну, то есть пока я отсюда никуда не могу пройти дальше, я так понимаю. Примерно как-то так это все работает. Надо найти переключатель. Найду переключатель, чтобы дальше пройти. Без понятия вообще, где их искать, правда. Так, а это у нас что здесь?
Чё за уголок мамонта? Так, что у нас здесь? Правильно, у нас здесь нет нифига. Подожди, я в тупике. Так, ладно, окей. Так, теперь... Все, я больше не в тупике. Ну, кто же знал, что стены, Васильевич, просто деньги кончаются. Поэтому они настолько тонкие. Приходится стены делать. На стройматериалах экономят. Так, подожди, здесь же нет, да, никакого переключателя? Ну, я, по крайней мере, не вижу. У меня там продувание есть и все. Картина есть. Васильевич, аккуратнее у меня картина. Картина, говорю, аккуратнее. Там не поваляешься, не встанешь, Васильевич, так что все нормально. Все по заветам. Так, и что я, а куда мне идти-то? А что делать-то? Так, ладно, здесь этот есть, второй. Так, ага, вон оно что. Здесь у нас есть переключатель, который, скорее всего, где-то открыл дверь. Вот, вот здесь открыл. В этой комнате я просто из перил. Лестниц нет, зато перила есть. Видишь, как замечательно. Так вот, вот так вот и живем. Так и живем на самом деле. Так, секундочку. А то я продолжаю болеть. Так. Все, давай-ка посмотрим. Мне кажется, ли я меньше стал? Посмотрите, она какая-то высокая, или мне кажется... Я реально в росте как будто уменьшился. С ней стою, она вот сколько? 1.5 метра, что ли, высота? Да вот, отлично, у меня еще один ключ есть. Просто потому что есть ключик у меня. Так, стой, а я не могу просто вот как-нибудь... Ну-ка, подожди. Подожди. Так, вот. По перилу могу ходить. Вот, наверх вышел. Посмотрите, какая белизна. Чего вообще, в смысле? Так, вот это что у нас? Я так понимаю, если зайти в эту комнату, то, в принципе, уже потом ты никуда не выйдешь. Ну, вон есть окно же. Окно можно разбить. Ага, и нафига мне в эту комнату назад попадать, я не знаю. Так, а вот сюда... Это так задумано, что сюда можно пройти или нет? Мне кажется, что нет. Подожди, стой, ну здесь есть и ключ есть, значит, я сюда должен был попасть. Каким-то макаром, скорее всего, при помощи зонта. А нет, наверное, я должен был оттуда просто зайти и все. То есть вот такая вот у нас комнатка есть, интересно. О, нифига себе. А это пол с подманочкой. Пол обман. Так, Васильевич, ты это... Вот иди сюда, подожди, а если его специально сюда завести? Он исчезнет, нет? Подожди, Васильевич, ты обалдел, что ли, или что? Подожди, а если он пешком пойдет, то он сам туда того или нет? Все, Васильевич, давай это. Все, иди домой. Так, что он сейчас исчезнет, не исчезнет? У нее здесь где-то тропка протоптана. Нет, не исчез. А подожди, может быть, вот туда подойдет? Ну, ключ похож. Ну, издалека, по крайней мере. Ну, издалека похож, и что, уже нормально. Уже какие-то плюсы есть. Одни плюсы в жизни. Все, Васильевич, ну хватит там медведя высматривать такой. Так... Где медведей нету. Видишь, медведей нету, а они есть, между прочим. Так, все, давай, в дом зашел, молодец. Так, это у нас отсюда, да, я понимаю? Нет, это не отсюда, но это было похоже. Это было похоже на самом деле. Просто нас обманули. Может, почему? Может, Васильевич обманщик? Васильевич обманщик на самом деле. Он просто берет всех, обманывает. Так, ладно. Пойдем дальше. Опа. Ну, Васильевич. Васильевич, пойдем за дом побегаем. Тебе же нравится за домами бегать. Смотри, у меня как картина есть.
Че ты меня кидаешь, я тоже тебя кинуть могу. Ну и что? Кому больнее, понимаешь? Мне тоже больно, между прочим. Ты не понимаешь, Василич. Так, ладно. Что у нас? Куда? Вот этот ключ, он куда-то же должен подойти. Да ё-моё. Подожди, я на улицу. Во! Во! Отлично, отлично. Здесь по-любому ключ. Так, да, здесь есть ключ. Просто потому, что есть ключик у меня. От Василича ты убегаешь. О, подожди, а это что? А, это вот это, наверное, да? Ну ладно, хорошо. Хорошо, считай, отмазался. То есть, подожди, вот это... Я должен был вот так, по идее, вот это все дело делать. Но я уже ключ заранее забрал, потому что я по-другому сюда зашел. Ну, потому что я вот хитрый такой. Хитрец. Так, ладно. Ладно, давай. Стой, а у меня же здесь ключ есть еще. Но у меня магнита нету. Магнит надо. Где магнит взять? Где-то. Где-то надо взять магнит. А, подожди-ка. Стой, а где это дверь-то вниз? А, вот она. Нет, это, то есть, не сюда однозначно. Так, то есть, у нас здесь. Что у нас здесь? Василич, дверь здесь. А, типа, я здесь открыл, а там закрыл, да, получается так. Ну все, Василич, там стой. За решеткой в темнице сырой. Ты там стой. Ну так вот, Василич. Вот так вот как-то получается. Так, а куда мне эти ключи-то деть? Куда мне деть ключи? Так, ладно, давай. Опа-на. Опа. И Василич побежал. Мы вместе бегаем. На утреннюю пробежку побежали. Василич! Так. Так, а здесь какой ключ мне надо? Здесь белый ключ надо. Белый ключ. Ты прекрасен, ты могуч. Могу опять на крышу залезть. Нафига, правда, непонятно, но могу на всякий случай. Я не совсем понимаю, что мне надо дальше сделать. Подожди, а может быть там вот на сверху у меня теперь какой-то из ключей подойдет к верхним домам все-таки? Но это не точно. Я что-то не помню, там просто какие ключи нужны. Память-то как у рыбки. Так, здесь вот такой, да, надо? А здесь, наверное, вот это как раз надо. Да! Отлично. Дом на доме. Вот так и живем. Отлично, отмычка есть. Че открывает? Без понятия, что не дооткрывает. Не здесь. Нифига себе, вот это плазма у Васильевича. Вот это плазма у него. Вот это, опа! Еще что-то где-то открыли. Фиг знает, что-то где-то открываем, что-то открываю. Так, ладненько. Давай. Пошли дальше. Дальше мы идем. Мы, наверное, придем. Вот. Смотри, какой здоровый ключ. Василий приходит. У меня самый большой ключ. Так, все, здесь открыли. Смотри-ка, процесс-то идет. Процесс-то пошел процесс. Есть процесс. Вот, это другого домика. Тут уже почти все схвачено. Фига себе, там часы. Вот это они крутят. Вот это они накручивают время, так сказать. Не надо время так накручивать. Так, еще один ключ. Да куда мне столько ключей-то, ё-моё? Это что, просто радужный ключ. Там откроешь, там... Радужные друзья, такая откуда? Не, подожди, давай я вот ниже вот сюда зайду. Вот здесь открою для начала. Тут какой-то переизбыток ключей. У меня рук столько, карманов нет. Так, синий. Вот, а синий сейчас здесь на втором этаже подойдет. Да, он сюда подошел. Так, все. Давай, пойду сюда схожу. Так, что у нас здесь есть? Что у нас? Вот, белый ключ. Белый ключ это оттуда сбоку, я помню. Так, а это что? Это к лифту, чтобы пробраться. А лифт как-то откуда-то я... Может быть, я его уже открыл. Там микропереключатель был. Может быть, он именно лифт открывал. А может быть, и нет. А никого знает, я без понятия. Так, давай теперь пошли сюда. Так, стой. А вдруг там еще ключ будет? А мне ключи уже складывать некуда. Вот, по-моему, сюда какой-то ключ подходил.
А, он просто похож чуть-чуть. Самую малость. Ладно. Ладно, ну что ж, ладно, хорошо, все. Чё орать-то на меня сразу? Все нормально, перепутал, с кем не бывает. Так, давай, полезли наверх. Обалдеть вообще, что здесь творится? Так, может сюда отмычка? Вот, акула, сюда я не пойду, я к акулам не хожу. Ну-ка он там на акуле. Так, вот еще ключ. А вот этот ключ теперь точно подойдет туда. Мне надо воду, наверное, смыть отсюда. Надо еще 5 этих тубусов. Ну, короче, этих. Открыть, чтобы все заработало. Самое вот беспонтовое, чем заниматься здесь придется, я прям чую. Так, подожди, не сюда. Есть много ключей. Просто вот зашел, то просто ключ за ключем идет. Ключ за ключом. Так, здесь еще один этот. Я уже 3 знаю где. Правда, предыдущие 2 забыл где, но знаю где. Так, вот, деревянный ключ. Сейчас Буратино придет. По голове мне надает. Так, давай искать, давай смотреть. Так. Что у нас? Где? Где искать? Так, вот. Вот этот ключ я знаю, куда вот этот. Может быть, туда сходить? Так. Ага. Вот мне надо вот сюда. Опа. Вот, ключ вот этот вот сюда. Ага. Я угадал. Нифига себе тут реанимация. Джонни, что ж с тобой случилось-то? Обалдеть, ты в курсе, что ты деревянный? Так, еще один ключ. У меня замков столько нет, сколько здесь. Ребята, вы что отключились-то? Подожди, то есть вы специально ждали? Ждали, да, пока я сюда не приду? А потом просто взяли и решили отрубиться? То есть, типа, ни раньше, ни позже или как? Скажите мне, пожалуйста. То есть, только жили-жили, лучше бы я не приходил к вам. Пришел навести. Давай ты отрубись еще. Будешь отрубаться, нет сегодня? О, они тут все, в смысле. Василич, вызывай труповозку. Тут трупов много нынче. Дед, еще. Тихо, Василич меня где-то убил. Так, давай-ка посмотрим что-нибудь. Сюда что-нибудь подойдет? Сюда ничего не подойдет. Хорошо, пошли дальше. Сюда что-нибудь подойдет? Сюда ничего не... Я прям слышу, как Василич там что-то сам с собой развлекается. Так, пойдем дальше. Так. Во! Вот. Один. Второй, отлично. Чиф, десантура. Карточка, я помню, что она здесь лежит. Чтоб на улицу выйти. С улицы я уже присмотрел ее. Так, зря я сейчас открыл, потому что Васильич придет. А, вот и где магнит у нас. Вот он, где магнит у нас. Понятно. Так. Ну вот. Ну это, в принципе, логично, что ключ где-то здесь должен лежать, чтобы все назад в коридор выйти. Так, магнитик у нас есть. Стой, а лифт я случайно не открыл? Я ж там чем-то открывал. Так, а это тубы здесь нету? Ну этого, что, крутить? Нету. Поэтому могу головой просто у виска покрутить, и все нормально будет. Ну я так понимаю, примерно так. Так, давай, пошли дальше. Василич, мне дальше надо идти. Не мешай мне. Подожди, даже в окно не дал. Ах ты, Василич, а. Тихо, Василич, тихо, не надо, Василич, там большая ограда. Стой. Да, я действительно сюда открыл. Вот, и сейчас здесь ключ будет этот синий, или какой я там видел сверху. Во. Правда, нафиг он мне нужен, я понятия не имею, ну да ладно. Так. Ключей становится все больше и больше. Вот, а он, наверное, вот сюда. Ага, натуре. Так, карточка. А, вот, это я акулу заморозил. Вот, понятно все. Все понятно.
Все понятно, Василий, давай пинай все, Василий, давай пинай вещи свои, нафиг они тебе нужны, правильно, пинай. Так, ладно, давай, подожди-ка. Нифига себе тройной тулуп с переворотом. Опа, Василич меня обманул. Василич старается, Василич у нас иногда улыбается. Так, все, давай, вот сюда, бежим. Быстрее, бежим. Не дает мне Василич от него убежать. Подожди, Василич. Я тебя все равно обгоню. Давай, на перегонки, Василич. Правильно, через окно залетай, давай. Оп-оп-оп. Так, все, Василича обманули. Обманули Василича. Обманули дурачка. Да, ну, блин. Можно я зайду, пожалуйста? Так. Вот. А этот, по-моему, от этого. Вот. Слева от вот от того. Скорее всего. Нет. Но он похож. Они похожи. Что за обманки? Так, что, наши лёхи уже летают? Да, наши лёхи уже летают, между прочим. Тихо, Василич, тихо, не надо, Василич. Ага. Обманщик. Да блин, да ты надоел, Василич. Да я тебя как-нибудь обману. Побежали, Василич, побежали. Побежали, родной. Беги за мной, родной. Так, все. Я обманул Василича. Так, давай, пошли. Пошли. Сюда мы здесь пришли. Наверх мы забираемся. А вот туда вот надо, нет? Не, ну просто там оно есть, вот эти окна заколочены. А, ну это все, я понял где-то. Нет, не надо нам туда. Не надо, не нужно. Так, давай дальше ищем. Так, где у нас вот... Нет, не сюда, вот сюда. Так, а багажник будет открываться? Нет, наверное, не будет. Так, эту мы заморозили, нет? Акулу. Вот. Все, подожди. Гош, тебе погулять надо. Иди погуляй там с ребятами. Давай магнит, наверное, здесь оставлю. Ну, потому что он типа нафиг не нужен магнит. Теперь надо, наверное, горячую воду назад врубить. Потому что здесь, может быть, на дне что-то есть. Например, моя самооценка, либо еще что-нибудь такое. Так, ну да ладно. Вот это хорошо, когда так. Прям вообще отлично. Это прям сейчас вообще великолепно было. Так, ну ладно, я могу, в принципе, врубить воду. Уже горячую. Да ё-моё! Василич, он родной, Василич, не надо. Василич, купи шоколада. Фига он меня обманывает прям. Он меня прям вообще обманывает. Обманщик Василич. Пошел он там в дом. Василич, где управдом? Так, ладно. Давай, Василич, иди. А! Слушай, куда он делся? Василич, ты где? Куда он делся? Просто с неба прилетел. Василич уходит с неба. Кстати, вот этот ключ, он, по-моему, слева отсюда. Да, он по-любому оттуда слева. Все, пусть он идет домой. Иди, Василич, домой. Иди, мой маленький. Молодец, Василий. Да все, иди давай. Иди давай, Василич. Камер здесь своих понавешал, понимаешь? Да ё-моё! Во! По крайней мере, отсюда я точно знаю. Василич, пойдем за дом. Сюрприз покажу. А я сюрприз тебе покажу. На вот тебе сюрпризы. Так, Василич там бегает. Василич смеется. Так, у меня есть еще два ключа. Один, наверное, сюда подойдет, да. А вот второй мне где-то пригодится. Мне надо где-то найти, как открыть вот эту дверь. Вот эту саму дверь.
где-то опять вот этот по-любому микропереключатель спрятан. Потому что он везде здесь, где я не ходил, везде они микро были. А, она, скорее всего, нет. Она, скорее всего, открывается этими. То есть надо найти, где воду взять. Да, где воду надо найти и взять. Ну, этот вентиль. И все повернуть, и тогда по-любому эта решетка откроется. Да, мне кажется, это так будет работать. Скорее всего. Но это не точно. Ну, а я больше не вижу здесь закрытых дверей. Так, давай, пошли. Команда Кусто. Так, здесь еще ничего нет, что ли? А-а-а! Да нафиг я тогда сделал назад. Я-то думал, здесь это. Ну, как бы она до дна идет, лестница. Понятно все, понятно. То есть мне все равно сейчас назад возвращаться, да, вот. Низкий вам поклон, как говорится. Ну, ё-моё, а. Вот это, конечно, сейчас было это. Да, блин, да, я это, прыгну. Нормально. Так. Нет, так не получится. Вообще, как под водой разговаривать, непонятно. Так, ладно, я понял. Я все понял. Короче, зря я назад врубил. Не, ну мало ли, может быть, что-то на дне было. Я для этого и врубил, а на дне-то нет нифига. Там вот теперь, наверное, на потолке что-то есть. Здесь точно ничего нет. Надо на всякий случай еще раз перепроверить с этим. Да-да-да, с ним прям вот так вот прям. Прям. Нет, нет, нифига. Блин, зря только взял, переключил. Ну чё? Джеронимо! Вот так вот, вот так вот, такое бывает. Бывает такое, бывает не такое. Тут осталось-то. Совсем чуть-чуть. Так, давай-ка здесь замораживаем. А чё я внутри с этой стороны не бегаю? Это ж проще даже. Так, давай, пошли наверх. Ключей-то вагон, а. А сверху мне сейчас еще минимум две вещи придется брать. Надо было там их... Так, у меня же вообще замков больше нету, да? Нигде. Никаких. То есть остались только вот от этой, от главной двери. Насколько я знаю. Насколько я знаю, такие замки. Так, можно я, пожалуйста, не буду только вниз падать? Так, ага, это я взял. Здесь где-то вентиль, значит, наверное, на крыше. Да, вот он, вентиль. Да еще это ключ, а. Посмотри-ка. Так. Сейчас сделаю вот так. Я надеюсь, сквозь пол все это дело не провалится. Так, все, взяли. Взяли, взяли и пошли. Что-нибудь где-нибудь нашли. Так, подожди, их 5 должно быть. А где мне 5-то взять-то? Что, вообще, что ли? 5. Нифига себе. Я только 3 помню, где и все. Остальное, извините. Мое почтение, но я не знаю. Так, давай искать. Трубы, трубы, трубочки. Так, здесь нет нигде. Здесь нету. Здесь тоже нет. Да вообще нигде нет. Ну вот здесь вот один есть. Вот один. Вода пошла. Не, серьезно. Здесь тоже нету. А, вот здесь есть. Так, это значит, 2 трубы я уже нашел. 2 еще точно мне попадались где-то. Так, надо внимательнее посмотреть. Надо внимательнее смотреть. Может, реально что-то где-то еще пропустил? Вполне, вполне, вполне вероятно. Под водой не было. Здесь тоже нет. Ну ладно, допустим.
две. Ну, чуть-чуть бывает. Так, подожди, давай-ка ключи тогда вот здесь оставлю. Два ключа. Здесь сейчас найду, вон карточка лежит с этим. Иди, Васильич, иди в дом. А, вот же еще один. Так, давай. Карточку взяли. От карточки сейчас избавимся. Да. Так, где вы еще у меня были? Так, здесь, это, в той комнате и так нету. А в ванне есть? Вани нет. Вани я не вижу. Так, может быть, здесь есть? Васильич, иди в дом. А, я здесь точно не открыл же еще. Вот, и, наверное, вот тот ключ сюда подойдет. Вот, и здесь, наверное, еще один. Да, да, все тогда сходится. И где-то мне еще один точно попадался. Все, все вообще, все на изиче, изиче. Давай, пошли. Чтоб вспомнить, где... Ну, где точно попадался? Прям я тебе кричу. Васильич, не кричи на меня. Где-то на втором этаже, по-любому. Ну, я видел. Так, давай здесь посмотрим. Начнем отсюда. Потому что я две точно. До этого где-то я наблюдал. Может, на балконе где-то? Где-то же я видел. На балконе не мог видеть. Нет, на балконе, видимо, не мог. Васильич! Давай, Василий, сальто крутани, покажи, как надо. Я где-то... А, подожди. А не здесь ли я видел? Вот здесь я, наверное, видел. Вот, да. Так, все. Вот это мы врубили. Теперь надо это, горячую воду врубить. Все, горячую воду активируем. Ну, тихо, Васильич, куда ты бегаешь-то? Не бегай, не свети. Во! Теперь давай открываем. Это открыли. В подвальчик зашли. Часики закрутились, лайки намутились. Все тут улыбнулись и совсем свихнулись. Так. И что у нас тут? Блин. Жалко, конечно, что Машку... Того. Погребли. Васильич, ну ты не плачь. Я куплю тебе калач. Все, Васильич, я так понимаю, я тебя покидаю, да, здесь? Или я тебя не покидаю? И Дианку тоже жалко, жену твою. А Петька-то где? Ну, Петруха сидит, наверное. Так, ну ладно. Вот, ребят, да прошли наконец. Мод до конца. А, мод у нас как он там назывался-то? Что-то там Альфа 5 ремейк, там что-то там такое. Сейчас даже зайду, вам скажу, как он назывался. Так. Hello, neighbor. Так, мод ДБ. Сейчас скажу вам полное название. Если вдруг кому интересно. Но туда же есть вот мод, называется говномод. Но я его качал, и там что-то там вообще там играть не в чего. Я поэтому даже не стал его снимать. Подожди, где этот мод-то, который я сейчас проходил? А, Hello Alpha 5 Remake. Вот как он называется у нас. Вот такой вот модик у нас был. Нормальный модик пойдет. Че? Вечером ждите Гартона Банбан 4. Он сегодня выходит. Во сколько он там выходит-то? По моему времени. Во сколько он показывает-то? Сейчас даже зайду, посмотрю. У меня сейчас пол первого, сижу, пол первого ролик пилю, представляете, пол первого ролик сижу пилю. Проснулся, пообедал и ролик пилить начал. Так, Гартонов Банбан. Банбан 4. Приблизительно, да ё-моё, там с Банбана заиграло.
приблизительная дата через 8 часов. Это то есть то ли в 8, то ли в 9, по-моему, времени выйдет. То ли в 4, то ли в 5 по Москве, короче, где-то такого, блин. То есть я ролик запишу, это прям поздно-поздно будет ролик. Где-то в 6, как-то так, ребят, не забываю вам подписаться на мой Рутуб, Дзен канал. Везде, везде подпишитесь, буду вам рад, буду вам признателен. Вот, как-то так, ребят. На этом все, ребят, ставьте свои лайки, не забываем подписаться на основной канал. Написать комментики какие-то. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока, увидимся. С вами был я, Леха Смерти, до встречи, давайте, пока.